В Твери началось строительство новой школы в микрорайоне Радужный. На сколько мест будет рассчитано новое общеобразовательное учреждение и на каком этапе сейчас работа, расскажем в сюжете далее. Возводят школу на пустыре по улице Цветочной на участке вдоль ручья Соминка. Земля уже передана в безвозмездное пользование. По итогам открытого конкурса на разработку документации для строительства учебного заведения вышла только одна компания, собственно, которая и выиграла. Контракт с застройщиком уже заключен. Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Ведется разработка котлована. А вот, собственно, и сам проект будущей школы. Школа станет близнецом недавно открытой «Альма-Матер» в Брусилово и также сможет принять 1224 ученика. Напомним, что Центр образования в Брусилово открыл свои двери в начале 2020 года. 10 января современную школу посетили министр просвещения России Ольга Васильева и губернатор Тверской области Игорь Рудыни. Строительство новой школы в Радужном будет также вестись по национальному проекту демографии и позволит разгрузить от второй смены, находящейся рядом школы под номерами 21, 29, 34 и 40, но речь не только о ней. У нас по городу Твери порядка 6 новых школ. Должно быть построено с вместимостью более 1200 человек для каждой школы. Это Балаговский район, это Вышний Волочок, это Торжокский район, это также у нас город Ржев. То есть все те муниципальные образования, где сегодня есть потребность в дополнительных школьных местах. В 2020 году в Твери также планируется завершить строительство по национальному проекту «Демография» двух новых детских садов – на улице Планерной в Заволжском районе и на Октябрьском проспекте в микрорайоне Южный.